Привет, друзья! Вы на канале «Пчелы начинающим». С вами я, Анатолий Борисович. Сегодня у нас 1 мая, поэтому всех с 1 мая. Весенний праздник. В те наши былые времена это был самый такой яркий, светлый праздник. Ну, а мы на пасеке вот. И что я хочу сказать. Уже второй день установилась погода такая прекрасная. Солнышко, температура воздуха днем 25 градусов, поэтому пчелы активно летают. Ну, как я показывал в предыдущем ролике, еще у нас слабо что-то с медоносной базой. Сады как-то плохо цветут. Абрикос нет. Яблони еще не начали цвести. Полно цветет терен тут кругом у нас. Но, по всей видимости, он нектар не выделяет, пыльцы нету, и пчелы на него совершенно не идут. Хотя кругом все белое стоит. Ну, учитывая, что все-таки пошло тепло, сейчас давайте посмотрим. Некоторые семьи, я вот продолжаю такой осмотр. Возможно, где-то уже какое-то расширение. Хотя еще рано об этом говорить. Потому что медоносов нет. Пчелы мало-мало что заносят, кормов нет. Ну, тем не менее, будем смотреть. Ну, давайте вот с этого улья начнем. Так, ну вот тут улей ППУ зимы. Эта семейка была такая небольшая. Вот на скольки тут она, на 7 рамочках. На 7 рамочках стоит. И никакого развития пока. Ну, вот, пожалуйста. Кормов нет. Одна пыльца, пергой все забили здесь. Крайняя рамка. Ну вот тут засева есть немножко, расплод перга, печатный расплод. Пчелы немного еще, старая пчела уже практически отходит. Вот тоже выходит новая, свежая пчела. Ну, из-за отсутствия кормов, как я говорю, развитие пока стоит на месте. Так, по чуть-чуть сеет матки. Ну, расплод есть вот. Из 7 рамок вот 4 рамочки расплод, и все. И тут уже, ну вот здесь матка тоже засеяла вместе с пергой. Вот крайняя рамка, остатки вот старого меда. Ну, вот так вот, такая вот картина. Пока еще до расширения далеко. Был бы принос нектара хороший. Конечно, уже можно было и поставить, рамочку добавить. А так как ничего нету, значит, ничего нету. Так, это за столовой. Тут на просушке рамки стояли. Все. Так, посмотрим сейчас дальше, там семейка более-менее, я знаю, была она неплохой семейкой, по крайней мере, всю зиму и весной нормально. Так, смотрим дальше. Вот тут 10 рамок. Thank you.
Не знаю, как здесь на расширение уже есть или нету желания. Нету никакого желания. Сразу видно, крайняя рамка пустая полностью. Вся рамка забита пергой. Перга полностью. Ну, нет того количества пчелы. Нет развития, нет пчелы. Соответственно, расширять пока нечего. Как вы видите, рамки не полностью даже. С расплодом. В основном посередине. Вот. Ну, по краям засев, конечно, вот это вот уже засев идет. Свежий вот. Свежая пчела вышла. Так. Все рамки с расплодом. Ну, надо, чтобы он вышел, этот расплод, чтобы в улье стало пчелы достаточно. Тогда на расширение только. Пусто. Ну, перга. Все, кормов нет, меда нет. Поэтому все стоит на месте. Многие, конечно, мне пишут, рамки сухие, надо кормить. Ну, может быть, и надо кормить, но я вам скажу. Так, можно искусственно сделать им активное такое состояние. Ну, для нашей местности, что я хочу сказать, быстрое весеннее развитие тоже в какой-то степени. Вот, допустим, здесь у меня медоносы. Быстрое весеннее развитие дает хороший рост семей, и если будет акация, на акацию это хорошо, они соберут. Но после акации прекращается взяток, нет еще тех летних медоносов, еще ничего нет, и сразу после акации пчелы большие, имеется в виду семьи большие, и происходит быстрый вход их в роевое состояние. И практически все начинают роиться. Естественный процесс, от этого никуда не уйдешь. Поэтому вот такое вот, тут надо угадать, чтобы и рост семей был на взяток, на акацию, и в то же время не до такой степени, чтобы они потом все зароились. Поэтому тут нужно искать какой-то баланс. Поэтому я вот практически даже вот сейчас такое безвзяточное время, ну, стараюсь не кормить. Они потихоньку-потихоньку все равно нарастятся и войдут в норму так, как положено. Ну, а главному взятку июль месяц, начало июля, когда пойдет подсолнух, там уже семьи будут сильные. Ну, вот такая вот картина. Так что вот такие дела, друзья. Ну, сейчас подровняю эту, закроем и еще посмотрим.
Что у нас там? Я думаю, что картина везде одинаковая. Одинаковая картина, нечего. Совсем еще недавно сокращал. Молодой пчелы не было. Ну а сейчас расширять еще рано. В общем, примерно такая картина во всех семьях, друзья. На этом заканчиваю. Всех с наступающей Пасхой. Завтра это великий праздник. Поэтому всем добра, удачи, любви. Всего доброго. Пока. До свидания.